Пасхалки во ФНАФ, которые никто не заметил. Первая часть. Во ФНАФ 1, если в кастомной ночи написать 1, 2, 3, 4, то шансом 0,00001% на сцене вместо нашей всей любимой тройки будет долбанный, мать его, Хаги-Ваги. Месяц назад на моем канале выходил видос, где я проверял тупые лайфхаки и чиды для ФНАФ из ТикТока, и оно вам понравилось. И я потом еще в некоторых видосах проверял эти другие чит-коды, поэтому вторая часть. Поехали. Итак, это первый этот чит-код, лайфхак, там что-то смотрим. Не знаю почему, но у меня только так запустился. Я вам не демолена, конечно, но у меня квадратный ФНАФ. Но я не демолена. Я не прошел 50-20. Хотя демолена тоже. Ну ладно. Все, как и говорилось, всех на ноль и камера с марионеткой. Теперь нужно поднимать, пускать. Может, мы встретим Эндо жопу. Так. А, точно, надо разрядить сначала. Так. Ну, давай. Да! Есть! Было, есть эндоскелет. Есть, эндоскелет здесь, скелет на месте. Вот он, приперся. Круто, есть. Эндоскелета мы словили. Прикольный. Твою мать. Окей, первое сработало, мы смогли призвать на скелета. Конечно, да, этой пасхалки уже лет с выхода из ФНАФ лет ей уже. Так что она, понятное дело, сработала. Ну да, мы смогли призвать эндоскелета. Ну, Бонни, я прочел в газете, что роботы не могут срать. Представляете, какое открытие с 87-го года. Я только портил полканы и не мог выстрелить даже маленького малыша. Правда, что ли? Какая необычная новость. Итак, второй этот лайфхак, чит-код. Я так и не разобрался, что это. Вторая пасхалка, это... Опять ФНАФ 7. Смотрим. Итак, я поставил Golden Freddy. Как я давно этого не делал? Примерно месяц. Месяц я не проверял пасхалки во ФНАФ 7 и, в принципе, во всем ФНАФе. Ладно. Осталось только собирать Fast Coins. Сколько их там надо? Их там надо 10. Ладно, вот уже 2 есть. Поэтому собираем дальше. Здесь нету. Так, уже 3. Дальше пролистываем. Блин, я, похоже, пропустил несколько коинов. Так, 4. Дальше. Я специально с планшета не выхожу, чтобы Golden Freddy не появился раньше времени. Уже 6. Ай! Много осталось. Самое долгое это как раз ожидать самого Golden Freddy. Ой, сообщение пришло. Так, все, 10 есть. Теперь, так, ресет. Поднимаем, опускаем планшет, чтобы призвать Golden Freddy. Чувствую, будет очень долго это все происходить. Боже, я уже почти полночи сижу, и все еще нету Golden Freddy. Где он? Опять ресет. Я уже сколько сижу тут вообще? Уже палец наготове на этой кнопке.
И где он? О, есть! Давай, 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 давай! О! Есть! 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 Круто! Вот это у него, когда проигрываешь, вот это у него, конечно, там фраза, конечно, интересная. Итак, третий лайфхак у нас... снова на всем. И на этот раз он связан с мистер Хиппо. Смотрим. It seems that you... Well, it seems that your journey has ended. Very sorry about that. It was always going to end this... Так, мистер Хип уже на двадцатке, чтобы он был побыстрее, поэтому... Давайте запускаем. И посмотрим, работает ли это. Так, мы запустились, и теперь это пригоняем поближе мистера Хиппу. Осталось ждать только. Так, осталось его светом подгонять, потому что он долго уже идет. О. Чё? Да, пустой скример чисто, только звук. Все, теперь мы выходим. Вот он там, видно уже. Время 0:45. Вот, мы выходим и заходим еще раз. И смотрим на итог. Получилось у нас или же нет. И как вы видите, вот оно. Ровно 0 минут, 0 секунд, 0 миллисекунд. Мы смогли. И вот он там уже рассказывает это все. В общем, это работает. Сегодня все три были рабочими. Ну что, вот такое видео получилось. Если вы хотите третью часть проверок пасхалок, чит-кодов и лайфхаков, тогда итак, набираем здесь сколько? От 5 до 10 лайков. И я сразу же начинаю снимать третью часть пасхалок из ТикТока. С вами был Шелтер. Всем удачи и всем пока.